Казанский университет с рабочим визитом посетила делегация Республики Иран под руководством чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран господина Казема Джалали. Гостей сопровождал проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. Визит в Казанский университет гости начали с посещения музея истории. Здесь им рассказали об истории университета и его великих студентах и сотрудниках. Далее гости последовали в императорский зал, а также посидели за партой в Ленинской мемориальной аудитории. На встрече проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев рассказал о современном состоянии Казанского университета, а также подчеркнул, что в вузе в 2020-2021 учебном году прошли обучение 102 гражданина Ирана. Мы очень рады тому, что иранские студенты обучаются в вашем университете. В целом, мои коллеги в посольстве приложили огромные усилия тому, чтобы дипломы вашего университета были сертифицированы и признаны в нашем Министерстве здравоохранения. И я думаю, что с этого времени, после подтверждения Министерства здравоохранения, вы будете наблюдать возрастание количества иранских студентов в вашем университете. Далее визит продолжился в Центре иронистики Института международных отношений. Энджи Минибаева, Фарид Захитоглы.